Так. Миников разогревать надо, у него тоже хиллер. Миников тоже. Ну короче, бишь, сделаем следующим образом. Еще одного миника. У меня сейчас 18 табличек, у тебя одна, 19. И у меня есть еще штук 7 табличек. У меня еще с пухом, где у меня есть. С барского плеча, так сказать. Свои выделю, бля. Копил их, блядь. И у тебя как раз, по идее, на клинс хватит. Где-то валялись. Да надо, надо клинс, потому что, блядь, без клинса, блядь, бишь, нихуя. Блядь, что-то как-то, блядь, ДПСа нет. О, все, согрели. Пошло. Все, сейчас будет ДПС. Идет ДПС, снимаем. Врезаться надо. Барьер. Респект. Мадарина только бежит. Бордок, да, да. Пока берут эту охрану, а Галаксия отошла. Но он выводит ее там. Там нормально, он не хилит. Нет, ну, бордок пиздец. Давай чистоту дай. Отошел на 3 минуты, даже на минутку. Серег, что, реген получше, да, в ПВ-6? Сейчас барьер будет. Да, уже пора. Сейчас будет. Еще мастеров минус, что хекс не висит по откату. Висит хекс. Ну это мой хекс висит. Потерял еще нет. Я не знаю. Он сливается. Не сбивается, он у него сильнее хекс, чем он. Не, говорю, сливаются, сливаются. Да, сегодня прям у нас пиздатый походик, блядь.
И если вот так вот останется респ, у этих РБ вообще пиздато будет. Нам все равно тяжело будет с ними драться. У них сумон есть, они сумонятся. Ну да, да. Но пока добежим, это будет пиздец. Не, ну под конец рейда осталось 50 человек. Нам надо. 70. Нам надо будет. А сейчас было 30. Валхалы хотя бы, потому что он анкорный. Нам нужен там барьерный боевой сейчас. Да там с 3 дистра убивают, ничего тут. Они барьер багают. У нас нет таких дистров мажорных. Ну пушечку дайте, то пушечку. На табличек нам чуть-чуть не хватает, блядь. Хикса нет. Нет, там нет табличек. Хикса нет. Ух, ух, ну, куда? Хикса нету. Да кинь. Пускай уже все начинают врезаться. Врезаться, врезаться. Потому что... Потом еще надо правильно его уметь фармить. Во-первых, надо уметь искать, блядь. Начнем с этого. Кто у нас может искать, блядь? Там расписано. Ха-ха. Там ха-ха. Расписано все. Где он распается на каждой стадии. Он типа не поки здесь, он не рандомно рассеется. А у Инстаграма разве есть стадия? Я думаю, да. Бля, на Инстаграма можно попробовать, да? Мне кажется, и на Инстаграма просто надо, блядь, в лицо. Вряд ли. Инстаграма... Скажи, раз, сходите попробовать, блядь. Ну, получим пизды, блядь. Не пойдем больше. Можно на Френтезе попробовать. Да, Френтеза точно нам пизды даст, ты чё, блядь? Так инстовый. Да какая разница, блядь? Если, блядь, на Закена не идем, блядь, на Френтезу идем, блядь. Так, Закена посложнее фармить даже, чем Антараса, на самом деле. Да хуй его знает. Никогда так не было, я не знаю, может, конечно, на классике как-то по-другому. Здесь на классике он ебанутый. С овербустом, в принципе, можно, но мы еще дома, блин. Ну, когда у всех будут соски гореть золотым, тогда можно. Когда у всех 84 уровень будет. Да, блядь, забьют уже, блядь, такое количество народу, блядь, вы чё, блядь? Не даже верно. Да ладно, он ХК, Шилин, живые. Блядь, ну Шилин, блядь, сам понимаешь, почему, блядь. И ГК сам понимаешь, почему, блядь. ГК самый первый, Шилин, потому что вообще там нету, блядь, отбросов никаких, блядь, РМТшных и всей хуйни. Там, блядь, нормально, блядь, идет игра нормальная. Ну ладно, уговорил, хуй с ним, пусть будет пушка. 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 Опа, уже, блядь, шлем и перчи есть. Блядь, табличек мало, блядь. Табличек мало. Да, стало мало. Так, давайте сразу, блядь, дайте бешу, сколько есть у кого табличек. Ну давай, пирамир групп, там посмотрим. Ну да. Пока все равно все подбегут, блядь. Аж этот, последний РБ. Последний РБ. Последний РБ пошли. Пошли там ПВП, может быть. Бля, сейчас же да, бабки стоит телепорт, ёбаный урод. Какой РБ? Ну что, не рвнуло. 69 человек.
Уже хевены тут бегают, надо бегом бежать. Ох ты, ёб, сколько товаров. Товаров пиздец, в каждом городе бежишь, блядь, вары, вары, вары. А Лилит жива, на Ким жива, значит им пизды где-то дают. Они регрупаются. Может, на Лилита на Ким и дают? Да, гавань Герана. Да. Гавань.